Здорово, с вами Санёчек, и сегодня нахожусь на вот таком вот карьерчике. Ну, вы его помните из предыдущих роликов, я как-то уже здесь катался. Вот, а сейчас я хочу заняться его исследованием конкретным. Поискать какие-то горочки, интересные места и так далее. Так что погнали пробовать. Не знаю, с первой, давайте попробуем с первой сначала. Курва! Ебать! Да ну нахер! Почти курву сделал, но я не хотел его отпускать. Стоять! Стоять! Опа! Опа! Опа, топ-пит. Этого места хватит, можно поездить в другие места. Давайте попробуем там заехать. Блять, зачем я отпустил сцепление, кто-нибудь мне подскажет. Вон, блять, из бака потекло. Ебать, я тут увяз. Короче, ситуация такая, я просто съезжаю вниз, у меня переднее колесо уходит в говно, и я сам проваливаюсь, смотрите, не засасывает. Смелее, нахуй, смелее, будь ебаный рот. Ну ты. Ты тут батя. Я так еще не потел. Здесь нет ни разгона, ни зацепа, ни хера тут нет. Тут есть, блядь, тут есть тут первая передача, на которой ты ни хера не едешь. А еще тут есть болотина, которая тебя засасывает. И ни разгона, ни хера здесь нет. Но когда я с кем-нибудь приеду, я еще сюда вернусь. Можно. Блять, как вовремя-то, а? Ну все, теперь только осталось здесь заехать. Так что подписывайтесь и пока-пока-пока всем. Удачки, ребят.